Человек тянется к искусству, даже если имеет к нему косвенное отношение. Поход на концерт, досуговый центр или театр лишь подтверждает вышесказанное. В центр Усть-Майского района переехал и работает новый дипломированный хореограф. Подробности у наших корреспондентов. В Усть-Майском Улусе на Радо 7 появился свой дипломированный хореограф. Выпускница Якутского колледжа культуры и искусств приехала в Усть-Майский Улус из города Якутск. Тут, получается, я буду первая, которая здесь все построю, сделаю это в плане хореографии. То есть мне это понравилось на самом деле, но немножко все равно испугалась, честно скажу. Но я была удивлена на самом деле, когда мне говорили, что тут нет хореографии, ничего. На самом деле стоило мне немножко позаниматься. То есть мы можем вам показать, что у меня почти все дети садятся на шпагат. А это мы занимаемся 2 месяца. То есть дальше больше. Юлия с детства занималась танцами, родители водили ее и на пение, и на рисование, но все-таки предпочтение было отдано танцевальному искусству. Она хотела не просто танцевать, она мечтала учить этому детей. Склонность к педагогической деятельности отмечали у нее еще в школе. Мало того, что человек физически развивается, да, как и на других секциях, да, здесь он развивается духовно, здесь он страх перед публикой убирает в течение 2 да, лет. У ребенка уже не будет боязнь публики. Он спокойно. Еще они становятся коммуникабельными, потому что они общаются сами с друг другом. Когда я сюда записал, я некоторых девочек не знала. Я потом с ними познакомилась, и мы начали дружить. И Юлия Ангелина говорит, мы как большая семья. За 4 месяца ее работы девочки научились многому. Почти все садятся на шпагат, ходят на пальцах ног. У воспитанников и воспитанниц Юлии Андреевны огромное желание научиться всем азам танца, и они с удовольствием посещают уроки. Здорово, когда к нам приезжают такие молодые специалисты, которые работают с большим удовольствием и с большой отдачей. Елена Моисеева, Тимур Канаев, НВК Саха, Усть-Майский Улус.